эмоции зашкаливают. У меня это первый раз, чтобы быть крестной матерью вот такого корабля, российского корабля. Это грандиозный проект по строительству нового российского инновационного рыбопромыслового флота. Это действительно гордость для Российской Федерации. И я благодарю всех участников этого проекта. Эта программа позволила объединить потенциал, который есть у Российской Федерации в виде ее уникальных водных биологических ресурсов, и наш бизнес российский, который взамен на часть квот вложился собственными деньгами, частными инвестициями, достаточно серьезными инвестициями как раз в модернизацию инфраструктуры, в первую очередь рыбопромыслового флота. В этом существенный эффект от такой программы. Мы, наша компания и другие инвесторы, которые тоже приняли участие в первом этапе инвестиционных квот, выступили некоторым образом ледоколами, потому что 30 лет не строились суда рыбопромысловые в России, да и они вообще в принципе не строились, они в основном строились в странах СЭФ в советские годы. А сейчас мы восстанавливаем эту компетенцию. Важно отметить, что инвестиции, которые уже сделаны, их нужно надежно защитить. Нужно максимально эффективно использовать то, что уже создается и создано российскими рыбаками, верфями в рамках программы обновления российского флота.